Добрый день, дорогие норвитяне! Продолжаем отвечать на вопросы, которые поступают в редакцию от вас. Ну, это, безусловно, не напрямую вопрос к священнослужителю, потому как это нужно спрашивать у тех, кто делает это. Это старый языческий обряд, так называемый подорожный, который дается покойнику, чтобы он там мог оплатить те или иные дороги. То есть это все восходит к древнему язычеству, и православие не имеет никакого отношения. Потому как в гроб язычники клали, бывало, и то, что нравилось, соответствовало пристрастиям покойного. Могли класть хлеб и другое. Вот, поэтому это чисто языческий пережиток, который остается. Деньги пригодятся живым, поэтому просьбы в гроб не класть. А что касается традиции выстилания дороги зелеными еловыми ветвями, она была церковью воспринята и переосмыслена. Она, конечно, тоже имеет и свое языческое объяснение, потому как, знаете, различные традиции, сделать все наоборот. То есть закрыть зеркала, сделать, как-то обозначить, чтобы вот по языческим представлениям, чтобы покойный не вернулся, чтобы в гроб с собой там никого не затянул и так далее, и так далее. Вот, и поэтому нужно было обозначить, как-то обозначить дорогу. Дорогу от могилы к дому. То есть, если она в обычной жизни не видна, но понятна, то по языческим представлениям нужно было бы ее обозначить, и тогда покойный никогда не придет. Потому что она будет видна очень. Но христианство взяло эту традицию, традиция переосмысленно, совершенно по-другому, потому как для христианина смерть – это не потеря, это приобретение. И мы, смерть – это рождение, вечная жизнь, мы идем навстречу с Господом, Спасителем. И поэтому вот эта зелень, она символизирует такое вот обновление, путь вечной жизни. Действительно, мы, может быть, этого не замечаем, но вот и масло и милость имеют схожий корень. И в каком-то смысле, если уж совсем глубоко исследовать, даже в славянской форме, можно смело утверждать, что эти оба слова являются однокоренными словами. Слово «масло» в греческом языке означает «елей». Слово «помилуй» – «милость» – «элейсон». Тут, без всяких сомнений, это однокоренные слова. То есть, если наше слово «помилуй» выражает просьбу к Богу и кажется каким-то таким испрашиванием милости в плане прощения, избежания наказания, то в греческом слове «элейсон» тоже «помилуй» – «излей елей», «излей милость». Вот. Мы с вами знаем, как благотворно масло влияет на кожу человека, как младенцев помазывают их нежненькую кожу этим маслицем. И то есть масло всегда человечеством использовалось в гигиенических целях, в целях медицинских. И, конечно, всегда благословлялась христианами. И вот это помазание крестом, освященным елеем, во время вечернего богослужения является действительно благословением. И это использование елея является видимым знаком Божьего благословения, Божьей милости, и его символом.